Кальян, естественно, сближает людей. Я ловлю кайф от того, что вот я работаю именно с тем человеком, с которым я могу поделиться абсолютно всем. И я знаю, что этот человек также может со мной поделиться всем. Люди, которые приходят в заведение, они поднимают тебе настроение, ты делаешь им кальянчик, они тебе говорят: «Серег, блин, так круто!» Ты просто сам ощущаешь вот эту вот энергию в себе. Я часто спрашивала себя, почему наши гости, почему наши постоянные гости выбирают именно нас. Я думаю, что это происходит потому, что они чувствуют здесь определенную атмосферу, атмосферу, которую создают в первую очередь люди. Сегодня здесь собрались те, кто с нами на протяжении этого года разделяют самые позитивные, самые добрые, самые радостные моменты. Просто нужно, наверное, каждому прийти к нам и убедиться в том, что мы хотим стараться для вас, мы хотим создавать для вас, мы хотим просто быть в этом месте, находиться. Когда мы открывали Family Community, тогда я вообще даже не предполагал, что из этого вообще может получиться. Дал колбу, дал шахту и сказал: все, ребят, давайте деньги, я поехал. Лучшие кальяны. Слушай, четко, лаконично, грамотно. Ну, Юрия Гагарину, просто Юрий. Нет, давай еще что-то скажем, подожди. Спасибо гостям, к которым можно подойти, спокойно поболтать, обсудить свои проблемы, их проблемы. Просто за то, что вот вы есть, за то, что вы приходите именно к нам. Вам большая благодарность. Не было какой-то конкретной мысли, не было какой-то конкретной идеи, не было дизайн-проекта. Была только классная картинка в голове, и я понимал, что это то, что я хочу реализовать в жизни. Октябрь. Я закрываю свое первое кальянное заведение, потому что тогда еще не было никаких знаний, не было опыта. И все силы бросаю на то, чтобы открыть новую кальянную уже с грамотным подходом. Тогда еще не было названия, тогда был только логотип, потому что никто не знает, но логотип был разработан еще 4 года назад, когда еще в далеком году хотелось открыть свое кальянное заведение, но не было ни финансовой возможности, не было знаний. Вот. Логотип уже был разработан, и я решил, что вот оно, то самое время, когда этот логотип можно реализовать. И само собой родилось название Family, потому что хотелось создать что-то такое семейное, что-то уютное, место, где будут собираться мои друзья, место, где будут собираться мои близкие знакомые. И хотелось именно наполнить это место домашней любовью, уютом. И я уверен, что у нас это получилось. Я хотел бы, чтобы мы все вместе сейчас поддержали людей, которые на протяжении года вместе с нами создают наикрутейшую атмосферу. Я хочу попросить всю нашу команду, наших кальянных мастеров, наших чайных мастеров, моего любимого администратора выйти в центр этого зала, друзья, и поаплодируйте, пожалуйста, им! Диана, Наташа, Рита и Серега – это те люди, которые создают самую позитивную атмосферу в городе. Это те люди, благодаря которым наш проект существует, и это те люди, благодаря которым вы все сегодня собрались в этом зале. Я вам всем говорил в самом начале, что сегодня будет разыгран очень интересный, очень классный подарок. Серег, принеси, пожалуйста, кальян и колбу из-за бара. Друзья, у нас есть новый кальян Альфа Хука на крутой колбе. Колбу показывать не будем. Вот в этой коробке лежит новый кальян Альфа Хука, купленный сегодня, купленный для сегодняшнего мероприятия. И, конечно же, вы подумали наверняка, что сейчас я захочу его разыграть среди всех гостей. Да, это было бы, наверное, правильно, но я хочу подарить этот кальян человеку, который со мной с первого дня, с первого момента, с открытия нашей чудо-кальянной, нашей фэмили, нашей настоящей семьи. Дианочка, этот кальян для тебя, да? Да! Она не знала, я всем говорил, что этот кальян на розыгрыш пойдет. Я не хочу его разыгрывать, я хочу его подарить тебе, потому что ты тот человек, который со мной с самого первого дня, когда вот здесь, в центре зала, была еще груда мусора, и мы ее 5 марта разносили, убирали куда-то. Именно Диана была в те моменты со мной, именно она с самого первого дня создает настроение здесь, и я думаю, что это будет
это будет тот самый минимум, который я могу подарить тебе на наш день рождения. С днем рождения! Друзья, ну и конечно же, прежде чем я расскажу правила, давайте вместе поднимем бокалы и немножечко прибухнем. С днем рождения вас! Ура! Многие меня спрашивают, а что нужно для того, чтобы открыть свое заведение? На самом деле надо просто большое желание. Надо большое желание, надо понимать, что ты хочешь от этого заведения, что ты хочешь от этого места. У нас получилось создать вот такое классное сообщество. И я надеюсь, если вы сейчас смотрите это видео, я надеюсь, что вам так же, как и мне, очень сильно импонирует этот проект. Потому что именно вы, наши гости, именно вы, те люди, которые к нам приходят, именно вы его и создали, по большому счету. Именно ради вас мы создаем эту атмосферу, ради вас мы делаем то, что вы видите каждый день, приходя в гости в нашу фэмили. Это не в первую очередь, хочется сказать, но мысль ведет таким образом, что хочется сказать о гостях. Потому что я здесь нахожусь уже достаточно долго, это год, с момента открытия, с начала работы заведения. И первое, что мне приходит на ум, что оставляет впечатление на мне каждый день, так это гости, приходящие сюда. Просто люди, гости, кто заходит, общается, наш персонал в том числе. Ты общаешься с ними каждый день. Слышишь огромное количество историй, и они на тебя производят такое впечатление, просто неизгладимое впечатление. Вот ты будто находишься на не на своем месте, да, какой-то определенный промежуток своей жизни, а потом оказываешься, как я оказалась здесь, например. Все вот эти пересечения, все встречи, они меня настолько наполняют, и мне кажется, что именно вот все люди, которых я вижу сейчас, они должны быть рядом со мной. Я заряжаюсь от них каждый день. Конечно, это звучит немножко эгоистично, потому что заряжаться за счет других людей, но ты наполняешься их энергетикой, и они в ответ наполняются твоей. И В этом, наверное, и суть таких мест, подобных мест, чтобы они сближали между собой разных людей или людей, которые просто хотят поговорить, просто хотят встретиться, да. Чтобы были места, в которых можно раскрыться, можно о чем-то поговорить, о чем не поговоришь в обычной жизни. О чем не поговоришь дома. Я не перестаю восхищаться людьми, которые приходят к нам, такие компании, которые стали тебе уже как родные. Ты видишь этих людей и думаешь, что они твои друзья уже на протяжении там, полутора лет. И ты смотришь на них и понимаешь, что это так круто. Они оставляют телефоны, они забывают про свои какие-то рабочие моменты, забывают про дела и просто приходят, садятся большой компанией, курят кальян. Кальян, естественно, сближает людей, потому что его, ну, в одиночку его курить грустно, скучно, неинтересно. Почему вы выбрали Family Community? Уютно! Круто здесь! Селебрити кальянного мира. Не было выбора. Селебрити кальянного мира. Подходим к гангстерам. Гангстеры, я задам вам всего лишь один вопрос. Почему вы выбрали Family Community и каждый по очереди буквально 2-3 слова? Почему ты выбрал Family? Потому что каждый гангстер выбирает именно свое Family. Серьезно? Запикай нахрен это все. Почему ты выбрал Family? Здесь очень круто, правда. Из всех коленах, которые я был, именно это мне запало в душу. Именно поэтому я здесь. Огонь! Почему ты выбрал Family? Диана лучше, и здесь слишком атмосферная и ламповая атмосфера. Слишком атмосферность, Зашка. Перестарались с атмосферностью. Ребят, вы почему выбрали Family? Потому что Диана и Сережа реальные гангстеры. Только такие кальяны могут убить просто.
кальян. Просто ребята знают, какие кальяны любим мы. И они делают, прямо они видят, что мы хотим, и делают так, как хотим мы. Почему я продолжаю заниматься этим? Потому что каждый раз, приходя на смену, да, немножечко уставший, да, немножечко не выспался, но люди, которые приходят в заведение, они поднимают тебе настроение, ты делаешь им кальянчик, они тебе говорят: «Серег, блин, так круто, ты просто сам ощущаешь вот эту вот энергию в себе, ты сделал людям хорошо, им все понравилось, ты сам счастлив». Можно спокойно, то есть так как кальянная всегда, грубо говоря, в кальянной всегда какая-то такая дружеская, как у нас, family, семейная атмосфера, можешь спокойно присесть к гостям, с ними о чем-то поговорить, также зарядиться каким-то настроением, разделить их проблемы и радость. И люди рады, и ты рад. Это очень сильно заряжает, это очень сильно радует тебя, грубо говоря, каждый день. Поэтому, да, я провожу в Family Community почти каждый день, не в зависимости. У меня смена, у меня выходной. На смене я могу приехать пораньше, просто отдохнуть, почилить здесь. У меня выходной, я приеду сюда с друзьями. Я всегда знаю, что мне сделает Дианочка очень классный кальян. Я знаю то, что у нас классная атмосфера, то, что я смогу спокойно отдохнуть. Либо же приехать один, почему нет, просто помочь кому-то, тому человеку, кто на смене, либо же просто отдохнуть, просто поговорить. Это все family community, это все семья, грубо говоря. Почему ты выбираешь family community? Ну, потому что по-семейному, по-домашнему. А ты? Потому что они лучшие. У меня аж сердечко забилось. Ты почему выбрала family? Потому что здесь нереальная атмосфера, и все прям очень классно, как дома. Розовые пони, да? Класс, спасибо, девчонки. Ребята, один вопрос. Почему вы выбрали Family Community? Потому что мы выбираем качество. Блин, круто, качество. Да, мы стремимся к этому. Спасибо огромное, ребят. Ну, вы знаете, есть аудитория типа, ну, молодежь такие, студенты, а есть такие 30+, возрастные. Взрослые, состоявшиеся. Ребята, один вопрос. Почему вы выбрали Family Community? Ну, потому что здесь самая доброжелательная компания всегда. Да, есть такое. Вы почему выбрали Family? Потому что, приходя сюда, мы себя чувствуем как дома, отдыхаем как в семье. Все супер, нам нравится. Блин, это мне кажется, он хочет подарок какой-то. Вроде взрослый, да, уже, а подарки все равно. Почему ты выбрала Family? Ну, потому что здесь прикольно. Ведь мы на самом деле очень любим и ценим своих гостей, и они для нас больше, чем просто клиенты, да? Это отличает нас в первую очередь от других каких-то кальянных, от других кафе. То, что мы относимся немного по-другому ко всем людям, которые приходят к нам. Мы стараемся увидеть именно не какие-то коммерческие выгоды в свою пользу, мы стараемся в каждом разглядеть нашего гостя, нашего друга, друга нашей семьи. И это классно, люди это чувствуют, они приходят к нам, и мы безумно благодарны вот именно за то, им, то, что они почувствовали некую грань. Ведь что отличает обычное заведение от заведения, в котором действительно люди вкладывают души, да, вот наподобие нашего. Я считаю, что это вообще уникальный какой-то случай, эпицентр такой семьи. Мы действительно семья. Люди чувствуют то, что здесь есть несколько больше, чем просто качественное обслуживание, чем хорошие кальяны, чем вкусный чай. Люди чувствуют непосредственно то, что здесь есть люди, которые действительно тебя рады видеть. Весь наш персонал старается только для того, чтобы увидеть улыбку на лице гостя, чтобы он остался доволен, чтобы у него хоть немного поднялось настроение. Нам ведь всегда приятно, если кто-то в начале рабочего дня скажет нам какой-то комплимент. Если кто-то спросит, как у нас дела, это всегда очень здорово. И это оставляет с собой какое-то приятное впечатление, приятный осадок на весь последующий день. Именно так мы подходим к нашим гостям, когда узнаем у них, что они будут кушать, пить или какой они будут курить кальян. В первую очередь мы хотим, чтобы их эмоциональное состояние было максимально позитивным. Мы задаем этот тон, и мы стараемся, чтобы гости это почувствовали. И именно наши гости, которые ходят к нам ежедневно, еженедельно, да, то есть регулярно, наши постоянные гости, они чувствуют это. Они приходят и каждый раз, зная, что им улыбнутся, когда они зайдут, что у них спросят, как их дела. И это очень здорово, это очень круто. И я думаю, что, наверное, наша Family отличается именно этим от всех других заведений этого города, страны, мира, не знаю. Мы какая-то уникальная система,
даже система это сложно назвать, это именно семья. Это семья, в которой все друг друга на самом деле уважают, ценят, любят. Как в любой семье у нас бывают какие-то небольшие проблемы, какие-то трудности, все мы с ними сталкиваемся. Мы иногда о чем-то спорим, иногда какие-то противоречия у нас возникают, но в итоге это все сводится на минимум, потому что гораздо больше всего этого, больше всех этих противоречий, то, что нас объединяет общее дело. Мы живем внутри одной семьи. Это семья, это люди, которые тебя любят. И это то, чего я никак не ожидала получить, когда приходила именно сюда. Мои любимчики, постоянники, которые каждый день... Короче, постоянники, благодаря которым наше заведение до сих пор еще существует. Ребят, задам один вопрос. Почему вы выбрали Family Community? И начнем, конечно, с моего самого любимого гостя, Александр. Ладно, почему вы выбрали Family? Это уже привычка. Это как наркотики. Каждый день просто приходить. Приходишь на работу, там жопа. А потом Family. И здесь и жизнь наладилась. Вот. На работе жопа, а здесь жизнь наладилась. Почему ты выбрала Family Community? Потому что здесь классно. Да. Андрюха, ты почему выбрал Family? Просто это самое лучшее место после 9 часов вечера на этой планете вообще. 21.00 плюс, подтягиваешься Family, и жизнь удалась. Ребят, вы с нами с первого дня работы. Почему вы, блин, до сих пор выбираете Family, а? Потому что это семья. Мы чаще встречаемся с вами, чем с родителями. У нас здесь крутые подарки. А, все ради подарочков. Ладно, понятно. В общем, друзья, огромное вам спасибо. Вы крутые, мы вас любим. Это наши постоянники, там надо кучу комментариев положительных написать. Да, они просто бабки оставляют. В общем, друзья, получается так, что работая всего лишь год, мы собрали аудиторию более 500 человек. И каждый из этих гостей приводит сюда своих друзей, приводит своих близких. Каждый человек, который попадает хоть раз в Family, чувствует себя здесь частью семьи. И я уверен, что спустя еще один год мы вырастем еще больше и подарим еще больше кайфа этому миру. Family Community, один год. Приходи и стань частью нашей семьи. Просто в определенный момент ты понимаешь, что, наверное, тебе хочется больше отдавать себе работе, давать какому-то вот этому движению, находиться в постоянном таком кайфе, постоянно находиться на работе, вне зависимости, выходной у тебя или смена. Ты приезжаешь сюда вечером или днем, сидишь с ребятами, с Юрой, и как-то расслабляешься, отдыхаешь, что-то придумываешь, что-то новое, думаешь, как бы еще что-нибудь здесь улучшить. Может, что-то докупить, может, придумать какие-нибудь интересные движухи. И со временем учеба уходит на второй план, и, видимо, она была не настолько интересной. И ты понимаешь, что перед тобой открылась немножко другая сфера твоей жизни, то есть немножко другая деятельность. Юра дает определенную подпитку тебе всегда, дает тебе какие-то советы, какие-то слова, которые тебя мотивируют работать, которые тебя мотивируют, в принципе, ко всему. Иногда ты приходишь на смену, и все мы люди, у нас иногда нет настроения, что-то случается в жизни за пределами данного заведения. И вот ты приходишь, заходишь сюда, и как-то вот все, вот ты зашел, и все осталось за пределами вот этой твоей такой маленькой семьи. То есть, по сути, нас вот здесь вот 6 человек, 2 кальянных мастера, 2 чайных мастера, повар и наш Юра. И вот все. И вот вы семья, вы сидите, разговариваете, у каждого своя жизнь, какие-то интересные моменты, какие-то проблемы. И это настолько круто, что вы можете все сесть и поговорить. То есть вы не просто как работаете друг с другом, вы становитесь сначала просто друзьями какими-то, вы рассказываете какие-то определенные моменты жизни, а потом вы становитесь семьей, и ты приходишь сюда,
и можешь спокойно поделиться с кем-то из здесь находящихся с тем, что с тобой вот произошло за сегодняшний день, что у тебя случилось. Тебя всегда выслушают, тебе всегда дадут какие-то советы, тебе всегда как-то вот помогут. Не знаю, мне кажется, это настолько круто, когда наши посетители иногда также приходят, особенно наши постоянные посетители. Они могут спокойно сесть к нам за бар и посидеть и поговорить с нами за баром. Рассказать нам о каких-то вот, вот даже в плане с учебой. То есть ты с кем-то это обсуждаешь, кому-то это рассказываешь, и человек, который сидит, твой посетитель, рассказывает тебе, как у него это когда-то было, как он учился, как ему было трудно, что он делал, бросил он учебу или не бросил. И это как-то сближает, и потом за пределами уже заведения ты потихоньку начинаешь общаться со своими гостями. Это тоже, ну, это вот прям очень хорошо. Я люблю работать с Сережей, потому что это мой друг. Я с ним провожу, в принципе, время как... Ну, в принципе, мы каждый день проводим какое-то время вместе. Каждый день мы заезжаем сюда, к нам. Друзья, у нас второй день дня рождения. Family Community, отдыхаем, радуемся жизни. И мы снова решили спросить у наших гостей, почему они выбирают Family Community. Погнали к первому столику, узнаем их мнение. Маленькая прелюдия. Это наши постоянники, люди, которые с нами уже очень давно, практически с самого открытия. Именно поэтому я первыми решил подойти к ним. Это, короче, ребята, которые всегда курят не меньше, чем на восьмерочку. Такие мощные ребята. Парни, один вопрос. Почему вы выбрали Family Community? Так потому что вот он, юрист, счастливый, довольный. Приходишь, и вот он вот такой. Так классно, как можно не прийти? А потом фрегаты намажут, как только чистого, и сидишь вот такой. И ты лежишь, в кайфе, да? Парни, вы почему выбираете Family Community? Я тут вообще первый раз, честно говоря, но наслышан прям вообще. А тебя я помню еще с свадьбы лучшего друга. Первой свадьбы лучшего друга. Ты знаешь, по-моему, проще сказать, be family. Да, я даже хочу сделать фирменные футболки, где будет написано be famous, зачеркнуть ous и добавить или, ну типа, будь family, да. Это не пустые слова, и это не просто что-то такое абстрактное, это действительно единственной мотивацией для нас, всех находящихся в этом месте, являетесь вы. Почему ты выбираешь family? Ну, Юр, тут все очень просто, на самом деле. Это офигенная атмосфера, классные люди. Это вот вообще просто пушка. Халява всегда вообще решает, да? Халявный вискарь, шампанское, все на дне рождения Family. Мы не работаем по плану босс и его подчиненные. Мы работаем по плану семьи. Мы все друг друга поддерживаем. Мы все друг за друга, грубо говоря, горой. Я очень рад за то, что я попал именно в эту семью. И очень благодарен Юрию Сергеевичу Коростелеву за то, что он создал этот проект, за то, что он сам двигает нас вперед, за то, что он хочет, чтобы мы, вся его команда, вся его семья продолжали двигаться вместе с ним вперед. Я очень рад за это сам. И желаю открыть, Юре, еще 5, 10, 15, 20 family по стране, возможно, еще где-нибудь в Америке, за границей, да неважно. Чтобы просто наша семья стала настолько огромной, просто до размеров вселенной. Я был во многих кальянах нашего города, и именно это место у меня в приоритете, потому что здесь уютная атмосфера, лучшие кальянщики в нашем городе, лучшие кальяны, табаки, вообще здесь просто супер. Я всем рекомендую ходить именно сюда. У меня аж сердечко забилось чуть-чуть побыстрее. Ну, потому что я бухой, я уверен, вся причина в этом. Ты почему выбираешь Family? Потому что здесь самые лучшие кальяны в Нижнем Новгороде и офигенная команда. Отлично. Кстати, наша команда – это отдельный, наверное, предмет моей гордости. Реально очень крутые, позитивные ребята. Ребята, вам огромное спасибо, что выбираете Family, вы крутые.
Я даже не знаю, как бы все получилось, если бы на первом этапе, когда действительно было очень тяжело, когда было мало людей, когда было мало гостей. Я не знаю, что получилось бы, если бы не было той поддержки, которую я получал от вас. Каждый, кто приходил в наше заведение, общался со мной, давал свой фидбэк, и я понимал, что мы движемся в правильном, в нужном направлении. Реально просто. Вот. Мы такие... Нет. Из этого проекта вырастет что-то действительно крутое, качественное и масштабное. Потому что здесь классно, уютная атмосфера, все по-домашнему. Потому что вы лучше. Ой, аж прям хорошо стало. Мы все безумно любим нашего босса, это Юра. Он является каким-то энергетическим центром, который постоянно заряжает нас каким-то позитивом и какими-то определенными эмоциями. Потанцуем? Возьмите. Если нам грустно, если мы немного растеряны или расстроены, он всегда знает, как подбодрить нас, как настроить нас на определенную позитивную волну. Это очень здорово. В целом, команда, естественно, сплачивается в зависимости от тех событий, которые проживают вместе. Мы проводим достаточное количество времени друг с другом, и это позволяет нам притереться друг к другу, узнать друг друга лучше. Это очень здорово, это очень классно, только вот этот эффект, когда все между собой являются каким-то общим составляющим одного единственного дела. То есть мы все занимаемся одним и тем же, мы все любим то, что мы делаем. Это, конечно же, чувствуют наши гости. Когда они приходят к нам, они видят в первую очередь не просто качественный кальян или вкусный чай, или там классную еду. Они видят людей, которые готовы подарить им настроение, которые готовы подарить им улыбки. Это очень классно, это очень здорово. И я думаю, что именно поэтому наши гости выбирают нас. Мы безумно любим своих гостей, мы очень ценим их, естественно. Мы проводим с ними также много времени. И в каждого мы вкладываем частичку своей души. Это именно специфика нашей работы, это то, что делает это место таким уникальным. Именно атмосфера, которая создается здесь. Здесь очень атмосферно. И бухло наливаю, да? Не пью. Ну это да. Тут, блин, не отнять это. Не, отлично, великолепно. Отлично, спасибо. Ты почему выбрала Family? А потому что парень привел, да? Потому что здесь можно собраться в большой компании. Почему тебя заставляют ходить в Family? Потому что мои друзья сюда ходят. Блин, да, это круто. Ребят, вы почему выбрали Family? Ну, потому что здесь уютно. У вас всегда уютно. Да. Очень обслуживание нравится. Супер. Ну и давайте к боссу, да, подойдем. Сейчас просто мест не было на большую компанию так-то. Типа только у вас можно всемиром собраться. Да. Так-то здесь реально очень уютное место, где можно просто посидеть, реально просто. Вот. Мы такие... Нет. Блин, а почему я покраснел, интересно? Мне за него стыдно, походу. Главное, за себя не было стыдно. Ладно, ребят, вы крутые. Огромное вам спасибо, что выбираете нас. Хорошего отдыха. Не перестаю удивляться, не перестаю постоянно напоминать Юре Гагарину, нашему руководителю, нашему боссу, который создал это место, который собрал нас всех в этом месте. Я не перестаю удивляться его энергетике, я не перестаю удивляться его силам, которые берутся извне, из ниоткуда. Или, может быть, откуда-то просто нам не раскрывает всех своих секретов. Настолько он заряжает тебя на работу, ну, и это не в формате ругани там, да, или какой-то мотивации. Просто за этим человеком хочется идти. Ты понимаешь, просто ты видишь все вокруг, ты видишь его отношения. Честность – это, наверное, даже такое кредо нашего не заведения, а вот этого пространства. Честность, потому что мы всегда честны с вами, с людьми, которые к нам приходят, и честны друг с другом, стараемся быть честными. И все это, естественно, идет от какого-то одного катализатора, это идет от этого человека. И первая и самая важная благодарность, наверное, будет как раз-таки к нему.
Спасибо, Юра, за фэмили. Спасибо тебе за это место. Это очень круто. Это нужно было нам всем, мне кажется. Я просто фаталист и верю в вот эти вот хитросплетения судьбы, когда много-много людей существуют на одной планете и совершают разные действия каждый день. И вдруг они переплетаются, и получается что-то такое, что, ну, ты не веришь, просто не веришь тому, что происходит вокруг тебя, и думаешь, да как могло произойти вот что-либо, да, там у каждого человека это будет свое. Я вот, например, не верю, что может просто так взять и появиться после миллиона кальянных то, что появилось сейчас. Да, мы считаемся кальянной, и... Но при этом у нас там уже и кухня, и все уже больше развивается. Но мы просто кальянные. И не только гости наполняют наше заведение. Конечно же, в первую очередь наполнением и атмосферой здесь занимаются ребята, которые работают со мной. Я никогда не говорю, что это мои работники, я никогда не говорю, что это мой персонал. Я больше привык выражаться, что это люди, которые вместе со мной создают атмосферу. Те четыре, уже пять человек, которые вместе со мной делают проект Family, это люди, которые отдают всего себя. Это люди, которые каждый день, приходя сюда, частичку своей теплоты, частичку своей энергетики отдают гостям, которые приходят к нам. И, честно, я даже боюсь представить, что могло бы получиться, если бы в какой-то момент у меня была бы другая команда. Я не знаю, как бы сложилась работа заведений, если бы с первого дня, например, мы не познакомились с Дианой. Я не знаю, как было бы, если бы в какой-то момент ко мне из другого заведения не перешел Сережа, наш второй кальянный мастер. Мой очень хороший друг купил себе первый кальян, это был Мамун. Мы забирали его на площади Горького, просто чувак привез нам его в машине, дал колбу, дал шахту и сказал: «Все, ребят, давайте деньги», я поехал. И примерно вот с Халил Мамуном, если, ну, я думаю, что примерно все понимают, что это за кальян, мы стоим на площади Горького и не понимаем, что с этим делать даже. Мы поехали домой, сделали первую чашечку, вторую, третью, четвертую, десятую, мне тогда было, наверное, лет 16, что ли. Мы курили этот кальян просто вот как могли, что получалось, что не получалось и так далее. Вот, альфакер, лимон, мята — это были наши самые, наверное, любимые вкусы. Вот, и постепенно, как бы, мне началось нравиться, я стал пробовать сам забивать, стал как-то экспериментировать с забивками, экспериментировать с количеством табака и так далее. Вот. И в один прекрасный момент, я на то время уже, наверное, да, я уже учился в институте, просто мне друг предложил, говорит: «Серег, есть работа кальянным мастером в одном из заведений, хочешь попробовать?» Я такой: «Да слушай, а почему нет?» Вот, то есть если мы курили кальян дома, у меня, в принципе, получалось, и почему бы и не попробовать себя, грубо говоря, в профессиональном деле. Вот, я пришел, прошел стажировку, все получалось, все было круто. На тот момент, наверное, проработав уже месяц-два, мы начали выдвигать свою крепость, мы просто какие-то бешеные забивки делали, которые было невозможно курить, потому что они были очень крепкие. Вот. Ну и после того, как то заведение начало примерно, ну, начало двигаться к своему концу, так как немножечко не складывались отношения с начальством, наверное, так сказать, ну, мы просто ушли оттуда всей командой. Я написал Юре: «Я бы вот хотел бы работать у вас, хотел бы устроиться». Он меня спросил, есть ли у меня опыт. Я ему сказал: «Да, там-то я работал». Да, еще был момент, я работал в Максимилиане кальянным мастером. Он очень долго над этим угорал, то, что: «Лол, Максимилиан, ты чё прикалываешься?» Вот. Но ничего, я пришел сюда, мы назначили день пробный, так сказать. Я пришел сюда, и получилось так, что... Мы пришли с другом вдвоем с Family Community. Нам Юра сказал просто: «Вот, ребята, вам угли, вот вам бар, забивайте чашечки, нам понравится, не понравится, дальше будем решать». Вот, в принципе,
понравились обе чашки, что моя, что моего друга. Вот, и просто Юр такой, мы дальше будем, там, Диана уже на тот момент работала, вы все знаете Дианочку. Вот, сказали, будем думать. И просто дальше продолжилось так, что я начал брать какие-то смены стажировочные, там, на помощь выходить и так далее, и уже прям влился конкретно в коллектив. Я думаю, то, что я могу по большей степени поблагодарить за это Дианочку, за то, что она, так сказать, замолвила за меня словечко. Я почему-то вот в этом очень сильно уверен, то, что это вот благодаря именно, ну, благодаря Диане я нахожусь сейчас здесь, сижу вот на этом вот диване и рассказываю вам какие-то свои истории. Почему ты выбрал Family? Мы с друзьями ходим сюда уже не первый раз. Сегодня без них уже, конечно, но, в общем-то, здесь очень классно, здесь очень хороший персонал работает, очень вкусные кальяны и безумно вкусный чай, самый лучший чай из всех кальяны, которых мы пили. Не, вот про чай-то да, кстати, никто еще не говорил. Большое спасибо. Почему ты выбираешь Family? А я тут первый раз, и халявное шампанское. Все ради халявы, да? Блин, я знал, что это сработает. Халява вообще решает. Спасибо вам огромное, ребят, ждем вас в гости. Почему ты выбрал Family Community? Хорошие и качественные кальяны. И халявный вискарь, да? А, чай пьешь, да? Я ладно. Пью чай, да, я за рулем. Так, а вы почему выбрали Family? Заставили, да? Заставили, да. Ладно, ребята, вам отличного отдыха. Огромное спасибо, что выбираете нас. Почему ты выбираешь Family Community? Потому что самые вкусные кальяны, самые шумные вечеринки и самые... Потанцуем? Войдите. И самые пьяные хозяева. Крутяк. Так, а давайте мы, кстати, мы же этого еще не делали. Я хочу сейчас спросить у наших ребят. Дианочка, ты как раз мне нужна. Привет, ты такой красивый. Да, я там ржал вон с боссом. Итак, Дианочка, как ты думаешь, почему гости выбирают Family Community? Да, можешь прям... Я думаю, что они, во-первых, выбирают нашу Family, потому что здесь самая теплая, самая душевная атмосфера в этом городе, в Нижнем Новгороде. И, конечно, потому что я делаю очень крутые чашки. Простите, но я зазналась, мне отвесили слишком много комплиментов. Big Boss! Наверное, поэтому вы к нам и ходите, вы чувствуете, что мы отдаем частичку себя, а взамен вы нас цените, вы нас любите, вы нас уважаете. И именно вот это и важно в любом заведении, в любом бизнесе, в любом проекте. Очень важно получать настоящие чистые эмоции. И мне очень хотелось, и я надеюсь, это получилось, мне очень хотелось, чтобы Family в первую очередь это было про эмоции. Чтобы Family в первую очередь это было живое, человеческое, искреннее общение. Я надеюсь, это получилось, и если вы сейчас досмотрели до этого момента, значит, так или иначе, вы все-таки стали частичкой нашей семьи, за что вам огромное спасибо. На самом деле, я никогда не думала, что буду работать в подобной сфере. И когда я шла сюда, я не ожидала, что получу настолько много положительных эмоций, настолько много классных знакомств и людей, которые меня окружают. Это очень здорово, потому что ты получаешь непревзойденный опыт, и вместе с тем ты развиваешься и растешь сама. Люди, которые работают здесь, оказались здесь по абсолютно разным причинам, и все сами по себе, по своей сущности, абсолютно разные. Но всех нас объединяет общее дело. Работа в обычном понимании для любого человека – это средство для зарабатывания денег, в первую очередь. Это определенный доход, который ты получаешь от этой работы, который позволяет тебе покрыть все твои счета. Для всех нас это место не просто работа в обычном понимании этого слова. Мы все вкладываем в нее определенную часть своей души. Мы все работаем для того и занимаемся этим для того, чтобы видеть какую-то отдачу в наших гостях. Мы делаем это нацеленно на людей в первую очередь. Зачастую у нас не существует какой-то коммерческой жилки. Мы не стараемся от этого как-то больше заработать или сыскать для себя какую-то определенную выгоду. Мы делаем это для того, чтобы видеть в наших гостях улыбки, радость. Видеть то, что мы делаем, это поможет скрасить их день. Все приходят к нам в разном настроении, гости бывают расстроены, грустны. Наша задача в первую очередь сделать так, чтобы они улыбнулись, чтобы при выходе из наших стен они стали на чуточку счастливее. Именно это первостепенная задача каждого из нас. Именно это лучшая награда, которую мы получаем за свой труд.
Не знаю, что было бы сейчас, если бы не получилось найти девочек, Наташу и Риту, которые у нас чайные мастера. Относительно недавно мы запустили кухню, и хоть про этого человека вы вообще практически ничего не знаете, но Валентин, Валек, как мы его называем, это человек, который выполняет просто нереальное количество работы ежедневно, хоть вы эту работу и не видите, но вы можете почувствовать ее на вкус. И я уверен, что если бы у нас были, то тот вкус, который есть в наших блюдах, в наших позициях, вас радует ежедневно. В середине октября у нас открылась кухня. Пускай нас он кормит с неохотой, и просто ты приходишь к Вале на кухню, такой: Валек, давай покушаем там что-нибудь, там бургер или лапшичку. Он говорит: Серег, давай через час ты покушаешь, я пока вот не хочу тебе ничего готовить. Ты такой: ну, что поделать, значит, поем через час. Это было что-то новое, что-то... Мы хотели просто попробовать на самом деле, будут ли люди, приходя в место, в котором они хотят покурить кальян, будут ли они вообще здесь кушать. И на самом деле... Все равно ему спасибо за то, что он нас кормит. Примерно каждые 2-3 месяца мы обновляем нашу кухню. Мы добавляем туда какие-то новые блюда. Валя, непосредственно наш повар, у него очень много каких-то идей, очень много каких-то задумок. То есть, когда уже все на грани отправки в печать наше меню находится, он такой: о-о-о, давайте, нет, давайте еще добавим там туда то-то, то-то, то-то. И на самом деле очень приятно, когда в коллектив приходит такой человек, которому не все равно. Он также заботится о качестве и эстетической красоте данного блюда. Ну и самое главное, он очень-очень вкусно готовит, что не может просто не нравиться как нам, персоналу, как и нашим гостям. В ролике, который вы сейчас посмотрели, я нашим гостям на нашем дне рождения задавал один очень простой вопрос. Что такое для тебя фэмили? И сам я на него так и не ответил, и сейчас хочу вам рассказать, что такое фэмили для меня. За год полноценной плодотворной работы фэмили для меня это стало такое, знаете, место силы. Это место, куда, несмотря ни на что, ты приходишь каждый день. Это место, в которое ты возвращаешься, и несмотря ни на что, несмотря на то, какие у тебя проблемы в своей личной жизни, какие у тебя работы, какие у тебя проблемы по работе, приходя сюда, ты действительно расслабляешься, ты действительно отдыхаешь, и ты понимаешь, что ты окунулся в атмосферу любви, да. И этот же вопрос, что такое фэмили для тебя, я задал нашим ребятам. Ребятам, которые на протяжении года работают вместе со мной. И сейчас вы сможете узнать, что такое фэмили для них. Для меня фэмили – это не место, не заведение, не кальянное, не все, что угодно связано с чем-то таким материальным и привычным. Да? Для меня фэмили – это уже что-то большее на уровне... На уровне душевного состояния людей, не знаю, наверное, так. Фэмили для меня — это люди. Это люди, которые ее создают. Фэмили — это действительно люди. Люди, с которыми ты находишься постоянно. Это те люди, с которыми ты работаешь. Это люди, которые приходят к тебе сюда в гости. Но это люди, которые становятся тебе близкими. Фэмили для меня – это семья, семья, состоящая из людей, людей, которых я очень люблю. Для меня фэмили комьюнити на данный момент – часть моей семьи, часть моей души, часть моей жизни. И да, я очень рад, то, что я нахожусь именно здесь. На самом деле это прям твой второй дом. Ты приходишь сюда, расслабляешься, общаешься, проводишь действительно хорошее для себя время, хранишь какие-то светлые моменты в памяти, и это очень-очень здорово. На самом деле очень-очень рада, что нахожусь именно с этими людьми, именно в этом месте. Вот. Нельзя дать определение фэмили. Я просто хочу сказать, что ее создают люди, которые
как-то причастны к этому месту. То есть, если бы не было тех людей, которые вот сейчас как каким-либо образом причастны к этому месту, фэмили бы не было. Вот это, наверное, самое главное, что я хотела донести. Но было клево. Фэмили — это клево.